какое счастье. Так, ну и что? Комочек несем домой. У нас пополнение. Привет. Так, он на всех смотрит, что такое. Такое какое-то жалостливое у него личико. Да, да, очень холодно. Блин, ну там я так замерз. Так, так. Ну, по-моему, он освоится быстро, мне так кажется. Он какой-то такой. Ну, ну прям за глазки. Можно мне будет его дома научить? Ну, конечно. Все, только надо открыть. Ты откроешь, и ты нажми на паузу. Я могу открыть. Да? Нажми на паузу и... Ну, вот мы и дома. Да. Вот так мы выглядим. Это насикаем тут. Нам сейчас. Бузик, ты будешь бузик, ну замерзла. Ну закутай его в одеяло какое-нибудь. Ну все, приветик. Добро пожаловать в твой дом. Это твой дом. Да такие больше ослабки холодные. Он хоть ходит? Он хоть ходит. Все, к маме, к маме. Когда он хвостом виляет, ему нравится. Боже мой. Все, все. Боже мой. Все, сразу грызть. Так, это ему на неделю хватит, если не на две. Такой, как он сикает. Все. Пошла обувь. Смотри. Как быстро он освоился. Все. Все, он знает уже, что ему это. Так, это надо погрызть. Так. Что тут еще есть? Провода. Провода мы еще не пробовали. О! Алло, алло, ку-ку. Ну почему не обращает? Обращает, наверное. Он такой грызи. Маленький и это. Не грызи, не грызи. Неизвестно, ну какой. Ну что ты грызешь? Все, уйди. Не грызь. Все, потом корки достанется. Ну вот и что это такое? И ты такой, вот ты такой журик. Ох, какой. Не, как мне его держать, мама? Как мне его держать? Вот так вот. Какая прелесть. Ну сразу, когда на ручках, сразу дрожит. Да? Ты какой такой жулик? А когда ставит, и все. Ну, это его обстановочка реальная. Так. Боже, бедный любовь. Ну и что? Нет. Давай сюда тебя засунем в эту коробочку и все. Очень миниатюрный, такой маленький, такой нежный, все такое малюпусенькое. Да, такое нежненькое и миленькое, и грызть везет, и играет, и бегает, ну пусти, вот очень хочет, активный, хочет. Очень. Сейчас еще начнет рычаг, подожди. Ух, нифига себе. Понравилось. О, все, пошел. Надо же еще там. Не, ну там я один не пойду, я еще не знаю. А вот когда уже денек второй, вот уже начнется у вас веселье. О, голос мы твой услышали уже. Куда ты меня тянешь? Выиграть тебе надо. О, Боже. Бедные мои штаны.
штаны. Это вот, как раз ты хорошие штаны одела. Тем временем мои штаны. Все, притих, притих. На. Все, нашим тапкам настала смерть. Вообще нельзя давать грызть ему такие вещи, да, это ужас. Как крокодил антилопу. Попрыгунчик. Да. А, что и будет. Так. Так. Это что-то новенькое. Зацепилось за зубы. Там в Пепко были такие пищалки.